Приветище, это Супраленд, а это Синьвиль, и сейчас мы туда пойдем. А нет, не сейчас, подожди, давай немножечко подождем. Дело в том, что ты мне написал в комментариях подсказочку. Там, далеко-далеко, где мы убивали босса, есть на мече пару сундуков. Мы сейчас вернемся и эти сундуки заберем. Вот здесь, я их вижу, смотри, там их, по-моему, 3 штуки ты писал. Что ж, при помощи нашей магнитной вот этой фиолетовой пушки мы попробуем туда забраться. Кастуем, прыгаем. Кастуем, прыгаем. Вот так вот, наконец-то взобрались. Аллилуйя. Где сундук? Вот сундук. Урон мечом +3. На другой стороне у нас шанс крита, урон мечом +5%. Ну-ка. Да, вон, смотри, сундук там есть. Здесь сундук тоже стоит. Круто. Но весь прикол, что на макушку меча я запрыгнуть физически не могу. Мы вернулись домой, чтобы отодвинуть один огроменный кирпичелло. Кирпичик где-то у нас здесь вот, вот он, смотри, лежит. Мы его теперь можем поднять. Опа, ух, вот так. Чё у нас там? Тайник, что ли? Ого, можем пролезть. Тайничок, смотри-ка. Что в нем? Комбо урон +25. Также была подсказочка в комментариях, что здесь... Нифига себе, смотри, что здесь скелет делает у нас в городе. Ты оборзел, что ли? Что забыл здесь? Также была подсказочка насчет вот этой вот игры 9. Якобы здесь нужно нажать 9 раз кнопку. Ну, давай попробуем. 8. 9. 9 раз нажал, получил достижение 9. Достижение 9 и все? Серьезно? Если честно, я думал, что откроется какой-нибудь тайник, там будет сундук. Ой. Вон, кстати, крыша с синими досками, которую мы сейчас сломаем. Хопа! Чуть не понял, я думал, что я приземлился в дом. Ну ладно, сейчас так прыгнем. Опачки! Что здесь? Урон обрушения +33%. Ладно, все, хватит блуждать, пойдем в Синьвиль. Мамань, я пришел, наконец-то. Ах, милый ты... Помешал нашему разговору, маман. Ах, милый, ты достал все сюжетно важные предметы. Поспеши. И что мне сделать нужно? Перелезть через этот забор? Ну, это легко. Смотри, как я это сделаю. Папа. Да что ж такое-то? Почему мне постоянно кто-то мешает? Прям... Все. Фух, слава богу. Все, смотри, как это я и сделаю. Берем, значит, так и перепрыгиваем. Все, я внутри. О, синяя штука какая-то. Нифига себе, чудило! Верни оружие мне. Застрял из-за пить. Куда ты? Он исчез. Вот засранец. Чувак, а ты куда? Мама побежала. Чего такое, мама? Че ты тут? Ты как вообще пробралась сюда? Да подожди ты, да я почитаю, что ты там говоришь. Тебе нужно придумать, как пройти через... Чего, куда, как? Последние ворота. То есть, какие ворота? Через вот эти каменные, что ли? Какие ворота? А, вот они, вот эти вот ворота. Угу. Я видел, как он украл твои вещи, а затем он просто исчез. Как это возможно? Твоя мама, кажется, очень нервничает. Я тоже нервничаю, слушай, я голожопой остался. У меня только ботинки остались, и он даже пряжку спер. Вот козлина, а, красный. Синий. Красный, хотел сказать. Так, значит, маман, не беспокойся, мы сейчас разломаем этот пиксельный куб. Мне кажется, там, да, тут скрыта кнопочка. Кнопка влияет на красильную машину. Ясно. О! Здорово, братюнь. Че, наблюдаешь за мной? Я знаю, что ты следишь за мной. Так, так, не отвлекаемся с тобой. Че это за синие какие-то тут? Кажется, я въехал. Нам, короче, здесь нужно покраситься в синий цвет. Чтобы вот эти датчики нас проверили и сказали, типа, да, ты синий чувак, ты свой, заходи. Значит, нам нужно... смотри, что нам мы здесь еще сейчас. Вот так вот мы делаем. Встаем сюда. И... А, куб накастовать-то я не могу. Блин. Надо как-то успеть туда. Давай, короче, попробуем быстро. Нажимаем кнопку. Бежим. Я не успеваю просто залезть на нее. Да, я не успеваю, блин. Здесь-то я 2 пенька таких странных. Здесь и здесь, прямо напротив этой кнопки. Давай попробуем сделать так. И вот так.
мы сделали мостик. Я теперь понимаю, зачем мама нервничает и бегает так. Короче, она нам сейчас поможет. Маман должна перебежать вот сюда. Маман, давай, беги. Быстренько делаем этот мостик. Все, мы преградили ей путь. Сейчас она нажмет. И мы, по идее, должны были покраситься. Ладно, сейчас я сяду. Маман, нажми еще разок. Мама. Вот. Все, я покрасился. Да, смотрю, у меня синяя пушка. И я сам синий. Ха-ха. Я синенький. Синий. Так у меня нога почему-то наполовину красная. Ладно, надеюсь, меня не раскусят. Не спалят. Я прошел? Тест. Откройте, пожалуйста. Забери свои вещи, а затем отведи меня в королевский замок. Окей, мам. Только у меня почему-то до сих пор не открывает двери. Еще раз пройти, что ли? О! Нифига себе, мы в синий вели, прикинь. Верните свои вещи. Это самая важная цель у нас сейчас. Вы что, прикалываетесь? Вы здесь продаете мои вещи? Вот вы борзота. Новые брендовые вещи, только что поступили. Двойная цена, специально для вас. Да пошел ты, я это... Ну, блин, у меня денег даже нету. Забрать это все. Ладно, хотя бы пушку возьму. А прикинь, не могу пушку купить. А, у меня деньги забрали. Блин, у меня кошелек свистнули еще. Ох ты, паразит синий, а. Смотри, здесь чуваки тоже на ластик смотрят, как у нас в деревне. Почему синяя сторона такая маленькая? Никто не будет использовать красную. Это возмутительно, мистер Чудо никогда бы такого не допустил. Чуваки, вы не представляете, что творится в красной деревне. Там такие же чудилы, как вы, стоят. Ладно, пойдем прогуляемся по синеве или посмотрим, что у них здесь есть. Добрый день. Мы знакомы? Нет, мы не знакомы. Мадам, здравствуйте, вы мне что-нибудь расскажете? Чем это от тебя пахнет? Да ничем, может быть и лаком, я не знаю, или краской синей. Твоя кожа выглядит очень странно, ну конечно же. Потому что я красный. Что у нас здесь? Прыг-панель. Доски можно разбить. Странная какая-то постройка. Но здесь вот видно, что нужно батарейку поставить. Давай попробуем активировать прыг-панель. Нажимаем. А, ну я понимаю. Прыг-панель, короче, нужна, чтобы закинуть сюда батарейку. Значит, ищем батарейку. Здрасте, мордаси. Как ваш ничего? Синенькая. Можешь подсказать мне, как король запер эту дверь? У меня просто плохое зрение, я близорукий. Какую дверь? А, вот эту ты имеешь в виду? Да легко. А, сейчас пойду посмотрю. Здесь у нас не хватает фиолетового кристалла, а здесь красного. Короче, если я их принесу, то дверь эта откроется, я понял. Хм. О! Ты глянь-ка. Ты представляешь, эти красные безумцы все еще пытаются доказать, что мистер Чудо тоже был красным. Мистер Чудо самый синий из синих. Чуваки, по-моему, он белый. Вам не кажется, не? Где бы нам найти кристаллы? А, да качу я туплю. Давай мы отсюда кристаллик свистнем. Давай, вытаскивайся. Вот так вот. Блин, хотел его покрасить, а вспомнил, что у меня пушки-то нет. Красного цвета нет. Пойдем глянем, что у нас под мостом. О, какая паутина. Жутковат. О, монеточка. Как бы мне тебя достать? Ты мне так сейчас необходима. Блин. А что, если мы попробуем забраться на мост и перепрыгнуть вот сюда или туда? Что, рискнем? Попробуем. Полетели! А, блин, у меня двойного прыжка нет. И тройного тоже. Капец, у меня даже это отобрали. Блин, как я хочу надавать лещи этому продавцу. Что у нас здесь есть, собственно? Есть... Вот такая постройка, кажется, мы сюда можем проникнуть, потому что у нас есть фиолетовая пушка. Кстати, почему фиолетовую пушку у нас не отобрали? Вот это вопрос, да? Делаем так. О, монетки! Отлично. Только что-то как-то плохо дверка поднимается. Вот здесь я зашел. Итак, у нас есть 5 монет с тобой. Как бомжи. Серьезно. Интересно, а что вот это вот за золотые блоки? Для чего они? Пушка на них не реагирует. Пойдем, короче, к продавцу сходим, может на 5 коинсов что-нибудь можем купить у него. О, смотри, золотой модуль силового луча. Точно, он-то нам и нужен. Берем. Теперь вы можете прикреплять луч еще и к золотому блоку. Также он теперь проводит электричество из одного конца в другой. Круто. Пробуем прикрепить. Теперь мы можем туда добежать. И здесь мы, видимо, тоже должны скрепить эти два блока, чтобы, наверное, открылась дверь, но она не открывается. Хм, ладно, пойдем поищем еще золотые блоки. Смотри, сколько здесь золотых слитков. И вон там. О, кстати, смотри, какие кружки. Ну-ка,
Давай сделаем так. Посмотрим, что нам это даст. Сейчас вот эта вот штука проводит электричество. Но нам это ничего не дает. Тогда пойдем сюда, запрыгнем. Опа! Там у нас тоже запертая дверь. Нужно подумать, как ее можно открыть. Да что ж такое-то, запрыгивай-то уже, а? Есть. Как сложно без двойного прыжка. Вижу кнопочку, еще один блок, труба. Нажмем на кнопку. Стальной шар. Нам нужно его каким-то макаром выкатить. Теперь я понимаю, зачем там золотой блок. Мы делаем с тобой таким образом. Да, не получается, правда, на кнопочку нажать. Да что ж такое. Значит, нажимаем на кнопку, кастуем и потихонечку давай толкать этот шарик. Давай, 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 выталкивайся. Ну же, ну же, ну же, ну же. Есть. Непонятно, правда, для чего он нам понадобится сейчас. Хотя подожди, это же металл. Шарик металлический, он проводит ток. Есть у меня одна идейка. Правда, я не знаю, получится или нет. Ставим сюда шарик. Проводим электролинию нашу фиолетовую. Вот так. Нажимаем на кнопочку. А, не достал. Ладно, давай залезем сюда еще разок. Посмотрим, может, мы чего-то тут упустили. Может, есть тайничок какой-то, я не знаю. Возможно, упасть сюда. Ага, здесь у нас доски. И мы здесь имеем... ничего. По-моему. О, пиксельный блок. Ломаем его. Это нам позволило сделать здесь проход. Только нафига он нам здесь сдался, непонятно. А, смотри, с другой стороны тоже пиксельный блок. Он ведет. Золотая какая-то штука. Ее, походу, нужно... да. Сейчас мы ее уберем. Вот таким макаром. Можно было бы ее забрать и переплавить. Я бы озолотился. Батарейка, смотри-ка. А это не пиксельный блок, не? Пиксельный. Это мы вышли на задний двор. Делать нам здесь нечего. Берем, значит, нашу батарейку. Попробуем ее сейчас запульнуть. Давай, вставай сюда. И жди своего часа. Надо ее сперва зарядить. Я так понял, она разряжена. Проводим электричество. И пуляем. Ну-ка. Все, теперь у нас есть электричество. Здесь у нас все работает. Но не совсем, конечно, работает. Нам нужен шар. Теперь я понимаю, зачем нам нужен шар. Где-то он здесь был. Куда он делся? Шарик. Иди сюда, друг мой, стальной. Ты мне должен помочь. Соединить. Есть! Я подаю электричество, но если я сейчас уберу шар, то оно не подается. А как нам поставить шар на горке? Он же скатится. Видимо, у меня есть определенное количество времени. А, ну вот, все понятно. Значит, шар мы скатываем. Он катится, катится, катится. Ю! А чё мы сюда запрыгнули? Монетки! Вот зачем мы сюда запрыгнули. Чё у нас здесь есть еще? Морковка! Сюда бы мух, они бы ей полакомились. Больше здесь ничего нет. Зачем спрыгивал, непонятно. Открываем дверь. Возвращаемся обратно наверх. Тут у нас есть возможность собрать еще другие монеточки. Надо этим воспользоваться. Теперь нам нужно туда попасть. Опа! Сколько у нас сейчас будет монеточек? У нас с тобой уже 30 монет. Надо пойти к торгашу и выкупить у него свое же оборудование. Отлично, мы прошли. Эй, торгаш, я пришел выкупить у тебя двойной прыжок, тройной прыжок. Силовой куб 40 уже стоит. Получается, что я могу сейчас у него выкупить двойной прыжок и тройной прыжок. Все, наконец-то. Теперь-то мы спокойно сможем прыгнуть отсюда, вон туда. Полетели. Есть! Собираем монеточки. На нижнем ярусе, как обычно, ничего нету. За дверью у нас... о! Ребята тут играют, вокруг дерева с камнями бегают. Что вы делаете? Можно я с вами побегаю? Ху-ху, как весело. Так, ребят, расскажите, что вы делаете? С дороги! По-моему, они в догонялки играют. А если я пригражу тебе путь? По-моему, им по барабану, они вообще меня не замечают. Ладно, тогда я заберу монеточки. Раз монетка. Там вон вторая монетка. Чтобы ее забрать, нам нужно прыгнуть на эту дверь. Слушай, а может быть нам отсюда нужно сделать вот такую штуку? О, точно! Полезли наверх собирать монеточки. Опа!
Иди сюда, моя прелесть. Спустился с крыши, а здесь окошечко. Там у нас ключик и рычажок. А как туда попасть? Расскажите мне, пожалуйста. Ключик нам нужен для того, чтобы отпереть вот эти двери. Ладно, давай выбираться с этого заднего двора. Делать здесь больше нечего. Пролезем вот таким макаром. О! Ого! А, погоди, так вот мы сейчас как проберемся-то сюда. Достанем ключик и нажмем на рычажок. Мы открыли потайную дверцу. Хватаем ключик. Что же здесь за этой дверью? А здесь у нас куча монет. Ну как куча, это так, мелкотня, конечно, но... Ой, здесь еще. Вот это кошерно. Сейчас мы, кажется, купим себе новую штучку. Точнее, выкупим, не купим, а выкупим. Выкупаем наш кубик. Чё ты радуешься, я свое купил. Выкупил, точнее. Блин, такой радостный, капец. Я знаешь что, я вернулся, знаешь для чего? Для того, чтобы тебе куб на башку уронить. Блин, промахнулся. Вот так. А тебе пофиг вообще. У нас появился куб и появилась возможность перекрасить в фиолетовый цвет наш кристалл. Давай крася. Есть. Смотри, маман такая стоит из-за угла, выглядывает, как будто ее не видно здесь. Совсем не палится. Давай-ка, короче, мы этот кристалл поставим вместе с мухами. Давай. Вот так вот. А чё, по-моему, неплохо смотрится. Кстати, слушай, я же хотел так забраться на этот домик. Давай попробуем туда перепрыгнуть. Опа. По-любому что-то тут есть. Ага. Действительно, кто это? Это же Гарри Поттер. Да ладно, чё ты здесь... Кажется, переколдовал мальчик немножечко. Мальчик-маг упал с неба. Вы забираете его волшебную палочку и храните у себя дома в чулане, под лестницей. Сорян, Гарри Поттер, но теперь твоя палочка у меня. Твою ж налево, до меня дошло. Там, оказывается, нужно два фиолетовых и один синий. Снимаем вот этот вот наш муховой кристаллик. Ставим его здесь. Тырим синенький кристаллик. И ставим его вон туда. Ууу, получилось. Наконец-то мы зашли. Мы практически дошли до короля Синевиля. Капец, синие богатые. Ты посмотри, сколько у них золота. На каждом углу. В красной вилле даже такого нету. Надо здесь куб накастовать, да? Для чего? Для чего накастовать? Непонятно. Кажется, что здесь какая-то горочка, что ли. Я слышу, что там вода. А это не водяная ли горка, случайно? Ладно, пойдем посмотрим, что там за лазер. Вижу кнопки, какие-то провода... Антенны. О, морковка какая. О, пойдем-ка наших мух возьмем. Попросим их вот эту здоровенную морковку сожевать. Мухи, для вас есть работенка, пойдем. Давайте хомячьте. Есть. Оставим кристальчик здесь, пойдем поговорим вот с этим синим чуваком. Че он здесь один-единственный стоит? Да, мы сложили монеты того красного парня прямо здесь. У него все равно нет пушки, стреляющей фиолетовыми снарядами, чтобы открыть эту дверь. Спасибо тебе за намек. Но у меня действительно нет пушки, стреляющей хотя бы чем-нибудь. Чё в этом здании у нас? Мы можем туда запрыгнуть. Таким вот мака... Нет, не можем. Сейчас попробую получше. Есть? Есть монетки? Сундук. Сундук с монетками. Блин, регенерация здоровья, плюс 5. А выбраться кнопочка есть? Нет. А, тут же пиксельный блок. Сейчас мы его сломаем. Вот так-то. Здесь у нас прыг-панель. Кастуем кубик. От прыг-панели проводок идет сюда. Нужно подать электричество. Короче, надо достать каким-то макаром батарейку. А где ее достать? Я знаю, где достать, но я не уверен, что я ее вытащу оттуда. Батареечка, как же тебя достать-то? Надо спрыгнуть туда, что ли, самому вниз. Давай попробуем. Не знаю, получится у нас это с тобой или нет. Вот так вот. Эй, черт подери. Есть? А, я туда пролезть не могу, здесь невидимая стенка. Вон оно чё. Вот блин. А где ж мне еще одну батарейку достать? Ну, раз батарейку оттуда не достать, тогда мы идем сюда. Сейчас мы ее заново зареспавним. Батареечка. Есть батареечка. Вставляем. Контакт пошел, электричество есть. Нужно теперь перетащить шарик. Шарик-марик, иди сюда. О, кому-то прилетел по жбану. Так, фиолетовый куб на месте стоит на прыг-панели. Сейчас мы поднесем наш металлический шар, и все должно сработать. Попробуем. А, не достаю. О! Есть! Не... Блин.
Ты видел, да? Дверь на минуту буквально открылась. И потом закрылась. И чего же нам делать тогда? Тогда у меня есть другая идейка. Что если мы сделаем здесь перегородку? Вот такую вот. Здесь поставим куб. Поставим сюда наш шарик. Теперь нам нужно накастовать здесь куб. Он там исчезает, шарик катится, ударяется об наш мостик преграждающий и падает вот сюда к электричеству. Все должно сработать. Чё ж, кастуем. Опа, бежим к двери. Ну-ка. Он перелетел, блин, да что ж такое-то, а? Он тупо перелетел мою преграду. Ну вот, так повыше уже. Протестируем на всякий пожарный, чтобы не было фейлов. Ну-ка. Да, ха, он ее вообще ломает. А если мы сделаем вот так, под углом? Должно сработать. Вот он катится. Вот! Вот такой вот меня устраивает. Приступаем к операции. Начали! Оп, ой, промахнулся быстрее. Так, шарик катится. Сейчас этот куб подпрыгнет. Дверь открывается, мы забегаем. Ю-ху! Сколько монеток? 60 монет! Этого же хватит, чтобы выкупить мой МакГаффин. Все, выбираемся отсюда. Пошли за нашим ружьишечком. Это я забираю. Получай тыкву. Вот так вот тебе, понятно? А ты как здесь очутилась? Ты как это вообще прошла через Синевиль? Как тебя не спалили? Забери свои монеты, они в той комнате, прямо за этими двумя подозрительными золотыми блоками. У тебя есть все, что нужно, чтобы открыть ее. Спасибо, мамуль. Но мне очень любопытно, как ты сюда проникла. Четыришь, да? Так признайся. Ладно, откроем сейчас мы. Мы тут подозрительную дверь, как мама сказала. Ой, не то. Кастуем сюда наш фиолетовый лучик. Стреляем. Двери открыты. О май гад! Что о май гад? Чего ты удивлен так? Да, я открыл двери. Забираем. Ух, смотри, какой сундук огромный. Нифига себе. Чё в нем? Бесконечные монеты, они сыпятся и сыпятся. Серьезно? 567 монет высыпалось. Офигеть. Ну как, насладился лагами, а? Насладился. Получил удовольствие. Маман, я деньги забрал. Ладушки, теперь открой для меня главную дверь. Как бы это сделать? Пойдем-ка мы еще к торгашу вернемся. Выкупим у него нашу пряжку. Есть, двери открылись. Я это забираю, понятно? Есть у меня, конечно, предположение при помощи пряжки взобраться вот по этой трубе. И на ней что-то будет. Но не факт. Есть что здесь? Нет? Нет, здесь нет. Здесь пиксельный блок, ты глянь. Хорошо, сейчас мы его сломаем. Пряжку надо отключить. Так. О-о-о, тихо. Не падай. Аккуратненько здесь надо. Аккуратненько. Да что ж такое-то? Почему ты падаешь-то? Очень скользко здесь. Вот так. Есть. Ай-яй-яй-яй. Успел. Все сделал. И куб призвал, и пряжку включил, и блок сломал. Залетаем. Ку-ку. Синева, где вы? Я слышу, что там вода. Да, я вижу, что там вода. Я был прав. А здесь у нас стекло, да? Мы туда не можем пройти. А, это не вода, это синие блоки. Надо открыть эти двери, маме. Маман, ты уже здесь. Отлично, почти на месте. Мам, расскажи, как ты это делаешь. Обстановка все так же безвкусна, как и раньше. Сможешь придумать, как открыть дверь в тронный зал? Мам, нас, походу, закрыли. Слушай, мы в коробке закрытой. У меня клаустрофобия, я боюсь замкнутых пространств. Ладно, я шучу, не боюсь. Как нам открыть это? Вижу антенну. Еще одна антенна, проводок идет сюда. Куда он уходит? Ага, можем здесь пролезть. Ого-го-го! Куда же ты идешь, проводище? В другую комнату. Здесь у нас стекло. Смотри, король. Король Синевиля. Нажмем сейчас кнопочку. Электричество. Теперь нам нужно это электричество подать вот на эту антенну. Но сперва я хочу проверить вот здесь. Вот еще, по-моему, тайничок. Видишь, сквознячок. Может, там разбить можно? Прям вот сквозит.
Не, наверное, мне просто глючит. Слушай, что если мы сейчас с тобой сделаем вот так вот? Хоп. Хоп. Сбираемся. И надо бы к трубе каким-то макаром попасть. При помощи, может, антенки? Так. Есть. Я взобрался сюда. Тут есть сундучок или что-нибудь такое? Нет, здесь нет ничего. Капец. А тут монетка! Так и знал, что есть секретка. Значит, теперь проводим электричество от этого блока. Нет, не так. От этого. Вот сюда. Есть! Хорошо, пошли, говорить буду я.